Вы упомянули Константина Райкина, да. И такое высказывание было про вас, как-то спросили его, и он сказал, что вот его очень радует, когда абсолютно талантливый актер еще и становится популярным, в презумпции того, что популярными становится не талантливый или талантливый. Вот вы как-то... Нет, а вот и почему, да, вот мне интересно, поскольку это... Я понимаю, что это вопрос больше, наверное, к Райкину, чем к вам, но озвучил он этот тезис, говоря об Аверине. Вот как вы считаете, есть у нас популярные актеры, при этом без способностей? Ну, мы имен, естественно, вот в этом-то случае точно называть не будем. Вы понимаете, я никогда стараюсь не оскорблять коллег. Вот нет, не будем. Коллег, я объясню не вам, будем, почему. Да. Потому что в этот момент кто-нибудь скажет, а кто ты такой, чтобы судить? Понимаете, меня никогда не интересовало, кто там на первых местах, кто на вторых. Я эгоист, меня интересует только моя жизнь. Я имею в виду в профессии. Я понимаю, да. Меня не интересует, кто сколько зарабатывает. Меня интересует, сколько у меня в кошельке денег. Мне интересно, чем я сегодня творчески живу. Но я, тем не менее, очень радуюсь таланту. Мне нравится восхищаться, мне очень нравится влюбляться в талант. То есть у вас, допустим, никогда не бывает момента зависти? Зависть, я имею в виду, то, что называется белой зависть, завистью. Зависть, она есть зависть. Ну, есть, понимаете, она есть, нет, бывает. Это зависть. Так, и у вас ее не бывает? Есть восхищение, понимаете? Вот есть восхищение талантом. Понимаете, когда говорят, ну вот, я по-белому завидую. Это так не бывает. Есть восхищение. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.